Марина Дружинина. Классный выдался денек. Батарейки. Утром мама объявила Павлику. Поеду за Кирюшей, хватит ему гостить у дедушки с бабушкой. Готовься, сынок, встречать брата. Чего? Кирюшка? Сегодня? Павлик подскочил, как ужаленный, и бросился со всех ног в детскую комнату. Ух, сколько всего нужно успеть и карандаши с фломастерами убрать. А то Кирюша закатит куда-нибудь, потом ищи-свищи. И альбомы лучше спрятать, чтобы в них не запрыгали Кирюшкины хвостатые абракадабры, пусть в своей тетрадке малюют. И книжки придется в шкаф запихнуть. Ведь Кирюшка наверняка начнет их вертеть, крутить, вдруг порвет. В общем, дело не в проворот. Подготовка к встрече дорогого гостя шла полным ходом, как вдруг раздалось звонкое «Привет, салют, мы снова тут!» «Кирюшка!» Павлик даже не слышал, как он вошел, а Кирюша в припрыжку направился к тумбочке, напевая за рулем, мы поедем за рулем, за рулем!» У Павлика перехватило дыхание. Как же он забыл спрятать любимую игру! А там батарейки вот-вот сядут, самому поиграть еле-еле удастся. «Кирюша!» – Павлик схватил брата за руку. «Зачем тебе за рулем? Я тебе лучше сказочку расскажу. Жил-был серый волк, и была у него синяя борода и красная шапочка». «Это у тебя синяя борода и красная шапочка», – вырвался Кирюша. «Хочу за рулем». «Да подожди ты!» – снова поймал его Павлик. «Прицепляйся ко мне паровозиком, поедем за Кудыкины горы». «А ты знаешь, где это?» – вытаращил глаза Кирюша. «Конечно!» – уверенно ответил Павлик. Хотя насчет местоположения этих загадочных гор ему было ясно только то, что находятся они обязательно за дверью, как можно дальше от злополучной тумбочки. «Ту-ту!» – прогудел Павлик паровоз. «Чух-чух!» – простодушно отозвался Кирюша вагончик. И поезд тронулся. Павлик ликовал. Игра за рулем спасена. Когда выезжали из комнаты, он на радостях так прокричал ту-ту, что кошка-мушка в ужасе шарахнулась в сторону и мгновенно взлетела по шторе к самому потолку. Кирюша хохотал и тоже изо всех сил выкрикивал «Чух-чух! Чух-чух! Чух-чух!» Паровозик направился в кухню, откуда тянуло чем-то вкусным, и где радио щебетало по птичьему и рычало по звериному, потому что шла передача «Мы из зоопарка». «Как вы славно играете!» – улыбнулась мама, вытирая руки о передник. «Какие у меня замечательные тигрятки! Ой, то есть ребятки! Скоро будут готовы пирожки! Ура!» – одновременно запрыгали паровозик и вагончик и радостно закружили по кухне. Кудыкины горы больше никого не манили. Игра и подавно была забыта. Все складывалось чудеснейшим образом, но вдруг радио перестало щебетать и рычать и объявило вполне человеческим голосом. «Реклама! Корейско-американская фирма «Драндулет» предлагает автолюбителям особо прочные фары китайского производства. Почувствуйте себя уверенно за рулем!» «За рулем!» – опомнился Кирюша. Он оттолкнул Павлика, бросился назад в комнату. «Стой!» – Павлик отчаянно ринулся за ним и еле-еле успел перехватить Кирюшу почти у самой тумбочки. «Мы с тобой еще в жмурки не играли. Давай, а?» «Давай!» – озадаченно согласился Кирюша. Давненько старший брат так не уговаривал его поиграть. «Ты вода!» – Павлик поспешно завязал платком Кирюше глаза и отскочил в сторону. «Лови меня! Ку-ку!» «Где ты?» – Кирюша вытянул руки вперед и неуверенно направился на Павлика в голос. А Павлик тихонечко на цыпочках подбежал к тумбочке, осторожно взял игру. «Спрячу в коридоре за вешалкой!» – решил он и начал бесшумно пробираться с драгоценной ношей к дверям. И тут случилась совершенно непредвиденная вещь. Вдруг раз! Распахнулся шкаф, и прямо под ноги Павлику вывалилось все его добро, в торопях спрятанное от Кирюши. Бабах! Павлик с грохотом растянулся на полу. «Ой!» – вскрикнул Кирюша. Он сорвал повязку и кинулся к брату. «За рулем!»
Игра за рулем валялась рядом. Руль отдельно, шоссейная дорога отдельно, а сам автомобиль вообще куда-то закатился. «Сломалась?» – заревел Кирюша. «Сломалась!» «Чего орешь? И так вижу, что сломалась! Из-за тебя все!» – пробурчал Павлик и стал собирать обломки игры. «Ну и ладно, все равно там батарейки сели!» Это было, конечно, очень слабое, но хоть какое-то утешение. «Вот, новые батарейки!» – растерянно заморгал Кирюша и вытащил из кармана блестящие цилиндрики. Павлику показалось, что на него опрокинули ушат ледяной воды. «Откуда?» – только и выдохнул он. «Дедушка дал».